Друзья, всем привет! ПАМ Автотрейд Импорт на связи. И в нашем автосалоне очередная крутая китайская новинка. Лисян L9 в максимальной комплектации, который поступил к нам на комиссионную продажу от нашего подписчика. И сегодня мы вам о нем расскажем. Наверняка вы знаете, что L9 занимает лидирующее место в нише последовательных дальнобойных гибридов. И я напомню вам почему. Последовательный гибрид представляет собой систему, в которой бензиновый мотор не связан напрямую с колесами, а используется в качестве подзарядки электробатарей, которые в свою очередь передают всю мощь и крутящий момент на колеса. То есть большую часть времени автомобиль использует электробатареи, что значительно уменьшает расход топлива, улучшает динамические характеристики, ведь электрические лошади гораздо резвее бензиновых. И, конечно же, все это уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу. В составе силовой установки два электромотора на каждой из оси, что в совокупности дает 449 лошадиных сил и полный привод. Емкость тяговой батареи 44,5 кВт-часов. И вместе с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который будет заряжать ваши батареи на ходу, вы сможете преодолеть 1300 км за раз. А разгон до сотни составит всего лишь 5,3 секунды. Наш автомобиль имеет максимальную комплектацию с опциональным цветом зеленый перламутр, 21-е колеса, электропороги, доводчики всех дверей, двойной стеклопакет и полностью светодиодную оптику. Попасть на таком автомобиле в ДТП практически невозможно, ведь за безопасность тут отвечает высокоточный лидар на крыше, 8 камер и 12 ультразвуковых сенсоров по кругу. Добавьте к этому списку адаптивный круиз-контроль, контроль полосы и контроль мертвых зон, и вы получите самый нафаршированный кроссовер. В сочетании с ярко-оранжевым салоном автомобиль выглядит максимально круто и эксклюзивно. Длина L9 5,2 метра, что позволяет разместить в салоне три ряда сидений и расположиться каждому из пассажиров с максимальным комфортом. Два люка, контурная подсветка, все сидения с подогревом, а передний и задний ряд также имеют вентиляцию и массаж. Дизайн салона очень минималистичен, и все органы управления спрятаны в мультимедии. Тут 5 высококачественных экранов, включая умную проекцию, которые дают вам полный доступ к настройкам авто. Например, с помощью этого экрана на руле вы можете узнать о состоянии автомобиля, о скорости, о том, какую передачу вы выбрали и о расходе. Также, если вы свайпнете вниз, то сможете настроить отображение проекционного дисплея, либо отрегулировать высоту пневмоподвески. Проекционный дисплей покажет вам скорость, передачу, направление навигации и все, что происходит вокруг автомобиля. Ну а если вам нужна более серьезная настройка, добро пожаловать в сдвоенный экран из двух дисплеев диагональю 15,7 дюйма. На этом мониторе вам доступны все настройки автомобиля, включая навигацию, камеру кругового обзора с 3D отображением. Также у нас тут настройка ездовых характеристик, управление контурной подсветкой, электроприводом багажника и различных систем безопасности в движении. А на экране у пассажира вы можете включить фильм или сериал, также настроить положение сидения и задублировать картинку с монитором для задних пассажиров. Главная фишка этого экрана заключается в функции управления жестами. Вы просто поднимаете руку, датчик в потолке считывает ее, и вот такими движениями вы листаете или выбираете определенный фильм или сериал. Вот так выглядит капитанский ряд. У правого пассажира имеется своя атаманка, столик, обтянутый в натуральную кожу. Два сидения имеют 30-диапазонный массаж. Также здесь установлен термобокс, который не только остужает, но и подогревает вашу пищу. И отдельная климатическая установка с функцией очистки и ароматизации воздуха. Багажник у автомобиля с электроприводом и имеет комфортный доступ без ключа. Прямо из багажника вы можете сложить или разложить третий ряд сидений, а также опустить заднюю часть автомобиля для комфортной погрузки вашего багажа. Друзья, если вам понравился данный ролик, обязательно ставьте лайк, комментируйте. Ну а мы напоминаем, что автомобиль в свободной продаже. Любая форма оплаты, без дополнительно навязанных услуг. Возможно, покупка в лизинг, в кредит, в трейдин, за наличные. По всем интересующим вопросам пишите нам в социальные сети, либо звоните по номеру телефона.